Ежемесячные студенческие акции «Спасибо, донор» развивают безвозмездное донорство среди студентов Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Актуальность проекта связана с необходимостью снабжения компонентами крови пациентов, находящихся в клиниках университета. Давай еще какую-нибудь ассоциацию слова «донор». Или там «донор» — это там, человек. Тут мелочи. «Донор» — это человек. Проект направлен на воспитание гуманного отношения к нуждающимся в лечении, на развитие общекультурных и профессиональных компетенций студентов-медиков, на укрепление социальной позиции молодежи, развитие милосердия и волонтерской деятельности. Информирование об акциях начинается за 2 недели. В 4 студенческих общежитиях развешиваются афиши, информация размещается на сайте и в социальных сетях. Организаторами акции выступают студенческий совет и студенческие медицинские отряды «Смородина» и «Диоген». Студенческий совет университета создает базу данных наших студентов-доноров на случай экстренной необходимости в какой-либо группе крови. Какой-нибудь тогда ассоциацию слова «донор»? Да, мы сдавали уже кровь, и еще раз мы собираемся это сделать и проводим 62 акции.